Начнем с большой новости в сфере добычи нефти. Нефтяная компания «Казгермуна», несмотря на пандемию, выполнила годовой план. В эксклюзивном интервью нашему телеканалу генеральный директор компании Мурат Мустафаев рассказал, как приходилось работать в условиях сложной эпидситуации. Компания «Казгермуна» – одна из крупнейших в нефтедобывающем секторе региона. Предприятие занимается разведкой, разработкой, добычей и сбытом углеводородного сырья на месторождениях Акшабулак, Нуралы и Аксай. Для обеспечения стабильной работы всех структур с первых дней пандемии компания кардинально перестроила свою работу. Ситуация была непростая, но наша компания сумела перестроиться. Мы перешли с 14 дней на 28 дней. С марта месяца сразу же организовали оперативный штаб по реагированию и по нераспространению коронавируса. Каждый день этот штаб работает, раз в неделю мы собираемся посредством ВКС. В него включены члены штаба, как и руководители нашей «Казгермуна», в том числе руководители вахты, так и руководители подрядных организаций, имеющих отношение к обслуживанию, к питанию и охране, в том числе руководители медицинских учреждений, которые обслуживают нашу компанию. Были организованы сразу санитарные посты на наших контрольно-пропускных пунктах. Увеличили мы количество медицинских работников. Ни один сотрудник компании либо подрядной организации не может заехать на территорию месторождения без справки об отрицательном результате на коронавирус. Кроме того, мы также с самого начала организовали тесты для сотрудников, которые выезжают с вахты домой, чтобы они здоровыми могли присоединиться к своим семьям. До сегодняшнего дня эта практика продолжается. Только в декабре мы с 28 дней, вот только в январе месяце мы только перешли опять на 14 дней. Большую благодарность пользуясь случаем хочу выразить своему коллективу, который, понимая сложность ситуации, согласился, пошел навстречу, принял это и отработал почти 9 месяцев в этом режиме 28 дней. Компания позаботилась не только о своих работниках. В период пандемии она приняла самое активное участие в общей борьбе с коронавирусом, помогала в приобретении ПЦР-тестов и медицинского оборудования. Впервые для области были закуплены передвижные рентгенаппараты. При помощи наших акционеров, это национальная компания «Казмунайгаз» и «Петрогазстанкомбо-ресурсис», кроме средств ежегодно выделяемых на социально-экономическое развитие региона, было дополнительно выделено еще 160 миллионов тенге, на которые наша компания приобрела больше 700 реактивов ПЦР для фтизиопульмонологического центра города Кызылорды, 2 рентгенаппарата итальянского производства передвижных для Жамбурганской и Кармакшинской районных больниц. Надо сказать, что до сегодняшнего дня у них такого рентгенаппарата не было, так как он передвижной, больному не обязательно идти для того, чтобы пройти рентген. Рентгенаппарат можно привезти и снять прямо на месте, где будет находиться больной. Еще одно большое дело компании – приобретение и монтаж новой кислородной станции при областном медцентре. О жизненной важности данного объекта говорить не приходится. Во время обострения эпидситуации была острая нехватка кислорода. Две частные станции не справлялись с таким внезапным ростом спроса. В обычном режиме мы употребляли кислородные баллоны в сутки 20-25 баллонов. Во время пандемии мы использовали в сутки 120-130 баллонов. Тогда был ажиотаж. До этого, когда у нас не было станции, мы покупали приобретали у своих поставщиков. Эти поставщики нам не могли в тот момент во время пандемии своевременно поставить. Нам пришлось поэтому самим нанимать грузовые автомобили. Со своими рабочими силами стояли в очереди по 6-7 часов в день. В сутки мы набирали по 4 рейса, по 30-35 баллонов. И вот так мы каждый ежедневно употребляли 125-130 баллонов. «Казгермуна» незамедлительно принимает решение приобрести кислородную станцию. Мы установили и пустили в работу кислородную станцию в областном медицинском центре производительностью 12 баллонов в час и с концентрацией кислорода больше 95%. Это позволит областному центру независимо от других поставщиков вырабатывать кислород, заполнять кислородные баллоны, обеспечить не только себя, но и, возможно, другие какие-то районные больницы. После запуска кислородной станции 18 ноября наша больница начала получать чистую медицинский кислород. В данный момент мы сейчас работаем не в полную силу, так как эта станция должна пройти
300 моточас обкатки. После проведения обкатки мы произведем ревизию совместно с поставщиками, и после этого мы будем работать в полную мощность. Мы имеем возможность работать 24 часа в сутки. В данный момент мы сейчас бесплатно предоставляем кислородные баллоны детской областной больнице, перинатальному центру, онкологии и станции скорой медицинской помощи, так как у них баллоны маленькие, для первого оказания помощи им нужна эта, поэтому заправляем всем бесплатно. Вот эта станция нам подарена Казгермнаем. Спасибо руководству, что откликнулось, что она сделала такой хороший, щедрый подарок для жителей Кызылординской области. Кислородная станция выйдет на полную мощность в середине февраля и тогда сможет производить до 240 кислородных баллонов в сутки. Процесс получения медицинского кислорода, по словам специалистов, очень прост. Мы берем кислород с обычного чистого воздуха. Здесь есть специальные аппараты, которые очищают от масла, от пыли, от грязи. Потом она идет в насосную, и с насосного мы заправляем в баллоны. На самом предприятии строго придерживаются алгоритма противодействия вирусу. Во главе угла – безопасность работников. Один из акцентов – на укрепление иммунитета персонала. В меню вахтовиков добавлены иммуностимулирующие и витаминизированные продукты. Диету начали применять. Это дополнительные фрукты, овощи, кисломолочная продукция. Увеличили это все. Кроме этого, начали выдавать витамины в таблетивной форме. На постоянной основе это витамины С, Д, цинк, именно те витамины, которые повышают иммунитет. Благодаря вот этой работе у нас с августа месяца до конца года не было заболевших. Да, к сожалению, 62 сотрудника они переболели, но все вылечились, и с августа месяца они все уже присоединились к работе и ведут обычный образ жизни. Отметим, почти весь офисный персонал Казгермна еще в марте был переведен на удаленный режим работы. И по сей день 72% работников офиса работают в онлайн-формате. Аслан Сагиндык, Сырым Утигенов, Бекболат Абденов, Ханат Махамбетов, телеканал Кызылорда.